Всем привет, друзья! Меня зовут Юрий Синицкий, вы смотрите вдох-выдох. Здесь мы говорим о губной гармонике, о музыке и обо всем, что так или иначе с этим связано. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о своих взаимоотношениях с музыкантами, так сказать, классической школы. О всяких рабочих взаимоотношениях с людьми, которые оканчивали музыкальное училище, консерватории и продолжают работать в сфере... Музыки. Сам я себя считаю профессиональным музыкантом, но здесь важно обозначить свою полянку. Я играю в музыкальном коллективе, я преподаю губную гармонику. Я играю на губной гармонике, играю в различных проектах как сессионный музыкант. Иногда я пишу гитару или губную гармонику на чьи-то треки. Я это могу делать как на студии, так и у себя дома. У меня есть все технические возможности для того, чтобы этим заниматься. При этом, если говорить о моем музыкальном образовании, то я ходил в музыкальную школу два года. И то это была не музыкальная школа, это был такой музыкальный кружок, но серьезный кружок. Там и специальность была, и сальфеджа. В общем, почти школа. Я окончил два года по классу гитары. Потом немного не выдержал. Я уже на тот момент играл аккордами и пел песни под гитару. Плюс начал ходить еще в один кружок, где учили играть на электрогитаре. А там мы все разбирали. Классику, по нотам мне это на тот момент было скучно. А вот дальше все мое музыкальное образование ⁇ это самообразование со всеми вытекающими плюсами и минусами этого слова. Так или иначе, мне в своей работе иногда приходится сталкиваться с музыкантами, которые шли иным путем и гораздо больше провели время над разбором различных сложных нотных партитур. Играли в различных оркестрах и понимают, что показывает дирижер. Вот, например, не так давно я ездил в Киров играть аргентинское танго. Там есть замечательный оркестр, который пригласил меня, потому что я умею играть на губной гармошке и потому что Плотников и Некрасов с этой темы слились. Там нужно было играть на хроматике, и там довольно сложно. Сам материал там требует довольно большого погружения, потому что желательно бы хотя бы немного передать характер исполнителя, который, который играл весьма и весьма своеобразно. Это Уго очень-очень интересный игрок на губной гармонике, который играл танго. Ну так вот, когда я послушал, что там нужно будет играть, я представил, каково это будет, если это будет записано в нотах, и ужаснулся. Поэтому схема взаимодействия у нас была такая. У всех музыкантов прописаны партитуры, а мне ранжировку даже не заказывали, потому что я сказал, что мне не надо, я умру это все снимать, смотря в нотный лист, мне проще это заучить. Я просто все это дело загнал в компьютер, слушал маленькими кусочками, снимал и запоминал. Возможно, это был даже один из самых сложных вызовов за мою музыкальную карьеру губного гармониста. Но, тем не менее, прошло все замечательно. Мы уже сыграли несколько раз на милонгах. Для тех, кто не в теме, так называются, танцевальные мероприятия в жанре танго. Сыграли один раз на концерте в филармонии. Ну и продолжаем понемногу расширять нашу программу. Уга Диас за свою жизнь сыграл очень много композиций, поэтому тут снимать не переснимать. С какими сложностями я столкнулся? Ну вот, например, на репетиции я попросил музыкантов сыграть в одном моменте чуть более живо. В концовке. Пианист сразу же берет в руки карандаш и, обращаясь ко мне, спрашивает, с какого такта? А у меня нет перед глазами нот, я не могу сказать именно конкретный номер такта. И в этом есть определенная сложность, поэтому следующие вещи, над которыми мы будем работать, я думаю, что какие-то у меня все-таки ноты будут. Может быть, не досконально прописанная партия губной гармоники, но хотя бы что-то, на что я мог опереться и в случае чего указать музыкантам на номер такта. Часто мне приходится сталкиваться с непониманием специфики инструмента. Приведу несколько примеров. Пару раз ко мне обращались представители очень-очень известного оркестра: такого, что когда говоришь фамилию дирижера, то даже человек, далекий от музыки, говорит: О, ничего себе! Один раз мне звонит представитель оркестра и очень взволнованным голосом говорит: Юрий, нам очень срочно нужен. Человек, играющий на губной гармошке. Завтра репетиция. Послезавтра концерт. Вы можете, а я могу. Высылайте, говорю, ноты. Они высылают, я открываю. Смотрю я в эти ноты и что вы думаете? В общем, явно не губная гармошка может их исполнить. Нужен баян какой-нибудь, аккордеон, там аккорд на аккорде. Ну или собирать оркестр из гармонистов где-то 4-5 и раздавать каждому партии. Я думаю, что произошло все примерно так. Человек, который отвечал за аранжировку, набирал это все в какой-то программе с помощью MIDI и подбирал тембры, которые ему, кажется, подходят сюда. Включил губную гармонику, звучит здорово. Все, его задача выполнена, он свою миссию выполнил. Кто это будет играть, как это будет играть, человек на том этапе просто не врубается в специфику инструмента. С другой стороны, как ему врубаться в специфику инструмента, если этот инструмент у нас не представлен ни в музыкальных школах, ни в музыкальных училищах, ни тем более консерваториях. И это мне немного странно, потому что инструмент классный, инструмент доступный, распространенный. Я знаю, что люди хотят на нем играть, но может быть, исторически так сложилось, или почему. Если у вас есть мнение, напишите в комментариях, почему на губных гармошках не учат играть в школе. Я имею в виду музыкальные школы, конечно. Даже как дополнительный инструмент, ну, как, например, блок флейта для многих начинающих духовиков. Губная гармошка нигде в нашей музыкальной образовательной среде не используется. Вот опять же, возвращаясь немного к предыдущей истории, я начал вливаться в танго тусовку. Там довольно часто то, что по слуху может быть расслышано нами как гармонь или аккордеон, используется не то и не другое, используется специальный инструмент, который называется бандион. Это что-то вроде такой аргентинской гармоники с кнопочками по бокам это довольно интересный инструмент со своим тембром но если просто сказать человеку который не интересуется танго музыкой вот что есть такой инструмент бандион он не сопоставит его скорее всего с внешним видом инструмента при этом инструмент довольно дорогой его не так просто купить но в москве я знаю что есть классы в училище или в консе, затрудняюсь сказать, но я общался с человеком, который ведет класс по бандиону. В общем, почему нет классов по губной гармонике, для меня загадка. Пишите в комментариях свои версии, пожалуйста. Не шарят, к сожалению, очень хорошие и образованные музыканты за губную гармонику. Вот, пожалуйста, еще один занимательный случай. Звонят мне с этого замечательного оркестра. Оркестр, правда, замечательный. И говорят, Юрий, наш дирижер придумал такую фишку, что в один момент весь оркестр должен достать губные гармоники и начать на них играть. Но нам очень срочно для этого нужно 30, не помню, или 40 гармошек в ля миноре. Подскажите, пожалуйста, где нам достать 40 гармошек в ля миноре? Потому что я сейчас обзваниваю магазины, и там почему-то ля-минорных гармошек в таких количествах нету. Да что уж там, там вообще ля-минорных гармошек нету. Я уж точно не помню, чем кончилась та история. Подошли ли им до мажорной гармошки, чтобы играть в ля-миноре, или им нужно было играть аккорды. Но было понятно, что им ничего не понятно. В общем, каким-то советом я им на тот момент помог. Здесь ноль претензий к ребятам. Вы учились другим вещам, я все понимаю. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу губной гармоники, обращайтесь ко мне, я буду рад помочь вам. Это сейчас было обращение не только к профессиональным композиторам, музыкантам, аранжировщикам, но и ко всем, кто смотрит это видео. Расскажу вам еще два показательных случая. Пишет мне однажды композитор. Здравствуйте, я композитор. Я написал музыку, она должна быть исполнена на губной гармошке. Исполните мне ее, пожалуйста. Я сейчас вам пришлю ноты, завтра утром запись. Присылает ноты, открываю, смотрю, что бы вы думали, это снова невозможная музыка. Музыка невозможная для исполнения на губной гармонике. Опять куча каких-то невозможных аккордов, куча интервалов, ну и так далее. Пишу ему, объясняю специфику, он все упрощает, до интервала. То есть у меня остается две партии, которые нужно сыграть наложением. Запись завтра. Я какое-то время позанимался. Играть нужно было на хроматике, потому что на диатонике это было бы очень сложно исполнить. Я тогда на хроматике только начинал заниматься и для меня это тоже был своего рода такой вызов. Ничего себе, сегодня мне просылают, завтра я иду записываться. Ну вот на следующий день я пришел на студию, слегка не выспавшийся, но, мне кажется, довольно неплохо подготовленный. Поставил перед собой ноты на пульте, чтобы, если что-то вдруг забуду, то подсмотреть. Ну и приступаем к записи. Я начинаю играть и сбиваюсь. Я начинаю снова, и сбиваю снова на том же месте. На меня смотрит композитор и спрашивает, Юрий, почему ты останавливаешься? Я ему говорю, прости, я просто сбился. Я сейчас сыграю еще раз. Играю еще раз и снова сбиваюсь то ли на том же месте, то ли где-то дальше. И тут он спрашивает меня абсолютно без всякого стеба, а с искренним непониманием. Вот же перед тобой ноты, Просто смотри в них и играй. <свят> просто, ну просто смотри и играй. <свят> То есть для него это довольно странная история, что исполнитель может не уметь играть по нотам, вот так вот смотреть на ноты и сразу же их играть. С той записью я справился следующим образом. Я предложил всем выйти покурить минут на 7-10. И композитору, и звукорежиссеру. Ну и за это время я сам быстренько, не смущаясь лишних ушей, записал все по кусочкам и смонтировал в единый трек. Благо, звукорежиссер работал в программе Reaper, которая мне очень хорошо знакома. Композитор пришел, послушал, попросил переиграть. Две ноты, буквально, что я и сделал. Закончили довольно быстро, я получил немного денег и много опыта. Ну и такая мысль засела в голову, что нужно учиться играть по нотам. Это в жизни моей музыкальной точно еще пригодится. И не раз. Периодически я возвращаюсь к этой теме. Что-то разбираю с нотного листа. Но пока, прям, чтобы играть с листа, я такой скилл у себя не развил. Еще один интересный случай. Однажды ко мне обратился продюсер одного большого театрально-музыкального шоу. Задача стояла следующая. У них был музыкальный номер, в котором играл саксофонист. Режиссер придумал, что девочка, которая играет главную роль в этом музыкальном спектакле, она должна перекликиваться с саксофонистом своей игрой на губной гармонике. Проблема в том, что она совсем не умела играть на губной гармонике. Но при этом она профессиональная виолончелистка. В общем, мне предстояло чему-то научить эту девушку за 4 или 5 уроков, чтобы она выступила на этом мероприятии успешно. Большую часть времени мы потратили на то, чтобы научиться красиво извлекать звук на губной гармонике, научиться правильно дышать, попадать в отдельные отверстия, играть сначала прям совсем простые мелодии. Когда это стало получаться, я показал ей, на базе чего здесь можно построить свою импровизацию, а именно мы научились играть пентатонику без бендов. Там можно сыграть в первой позиции аж в двух октавах. Ну и я не думал, что буду придумывать ей какую-то точную мелодию, полагая, что ей хватит ее музыкального скилла, чтобы симпровизировать, зная тональность и опираясь на те ноты, которые точно в ней есть и работают. Однако, как оказалось, у нее очень хорошо развит скилл игры с листа, но при этом она почти не импровизирует, никогда этим не занималась как она выкрутилась из этой ситуации. Она попросила меня на занятие что-то сыграть. Мы включаем минусовку, и я просто начинаю импровизировать на основе того, что ей показал. Пентатоника в первой позиции, две октавы, полное отсутствие бендов. В общем, так, как, по идее, могла бы это сыграть она, на том уровне, до которого я успел ее довести за 4 занятия. Ну так вот, она приходит на следующее занятие, достает нотную тетрадь, открывает, и она записала в нотах абсолютно все то, что я сыграл. Там прям целый лист моей импровизации. Вы представляете, мою импровизацию сняли и записали в длительностях. Это для меня было очень удивительно, приятно. Сейчас жалею, что не сфотографировал это. Она выучила какие-то отдельные кусочки и выступила на этом мероприятии. Я склонен считать, что успешно она присылала мне видеоподтверждение. Для того, сколько у нас было времени на работу и что у нее получилось, получилось хорошо. Хотя мне бы хотелось, чтобы режиссеры, продюсеры, которые придумывают, что человек должен играть на губной гармонике в их мероприятии закладывали все-таки больше, чем один месяц, время на подготовку такого человека, потому что это серьезный музыкальный инструмент. Это не просто какая-то игрушка. И чтобы научиться играть на любом музыкальном инструменте, нам нужно какое-то время просто хотя бы для того, чтобы поставить звук. И каким бы ни был человек профессионалом в игре на другом музыкальном инструменте, когда он берет другой музыкальный инструмент, ему нужно будет поставить звук. Но это ладно, небольшое отступление. В общем, для меня было непривычно, как в предыдущем случае. Человеку было непривычно то, что я не могу играть по нотам сходу. Так и мне было непривычно, что человек, профессиональный музыкант, не может что-то даже простое симпровизировать. На самом деле и к тому и к другому нужно относиться с пониманием. Здесь, опять же, вопрос о той полянке, на которой ты чувствуешь себя комфортно. У классических музыкантов в оркестре она одна, у рок-гитаристов, играющих по клубам, она другая. У кого-то она может быть третья, очень много пересечений у этих полянок, но очень мало тех, у кого она прям действительно большая. Какой мыслью я хочу сегодня закончить? В общем, давайте развиваться и становиться лучше в музыкальном плане в том числе. Я буду больше играть по нотам, а вы, дорогие композиторы, если смотрите это видео, присылайте, пожалуйста, мне что-то такое, что сыграть вообще. Возможно. Если вы сомневаетесь в этом, то, опять же, вы можете проконсультироваться со мной. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы по губной гармонике. Ну а если у кого-то есть желание написать концерт для этого инструмента, то пишите, не стесняйтесь, обсудим. Немного рекламы. Мы напечатали новую партию пособий курсу по ритмам на губной гармонике, а это значит, что курс снова... Доступен. Здесь 35 видеоуроков, на которые можно перейти по QR-коду, который находится в книжке на странице с уроком. В книжке есть табличка, которую стоит заполнять для отслеживания вашего прогресса. Доступ к онлайн-платформе у вас появляется сразу после приобретения. А пособие мы высылаем почтой в течение недели. Если вы живете в РФ, то это еще и за наш счет. Ну и это все на сегодня. Большое спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Поставьте лайк, если оно показалось вам интересным. Проверьте подписку на канал. Пока.